Вопрос очень серьезный вообще о сегодняшнем состоянии вот этой колдовской вакханалии, которая происходит во всем мире и в нашей стране. Вопрос отношения верующего, насколько может верующему повредить, это он даже меньше, чем вот сама эта тема колдовства. Насколько я помню, если я не ошибаюсь, по подсчетам официальной нашей статистики, зарегистрировано всевозможных экстрасенсов и колдунов у нас, как частных предпринимателей, и, может, в других формах каких-то, около 800 тысяч человек. Причем все больше увеличивается вот эта вот колдовская вакханалия, когда находится страна и народ в кризисе. И сегодня, казалось бы, мы выходим из кризиса по военным направлениям, в экономике чуть-чуть какие-то сдвиги есть, да, политическая стабильность, но духовно еще у нас в кризисе. Уж такое небывалое количество, это только в 90-е годы, даже, наверное, еще больше было, скорее всего, и сегодня. Это просто ужасно. Ужасно то, что люди сегодня готовы платить деньги, и самое ужасное – идти к любому чародею. Если в нашем народе слово «ведьма», «колдунья», «колдун», «чародей» было просто табу, и этот человек жил где-то вне поселения, и обходили этот дом дальней-дальней дорогой люди, да, то сегодня это стало каким-то нормальным явлением. И все больше внедряют вот эти вот ведьмы в сознание людей объяснение этого наименования как от слова «ведать». Да? Вот есть специальные веды, есть ведение для тех, не для всех, но для избранных, особенное. И вот это ведение они применяют, могут применять для спасения людей от злой порчи, от болезни, от каких-то там других, не знаю, там, космических каких-то явлений, там, они знают, там, как звезды неправильно сложились, а вот ведьмы ведают, как от всего этого избавить. Я говорю, как может перевернуться человек, как может перевернуться мир, когда вот самое страшное, ну, самое страшное было произнесение слов в народе, в православном. Да и сейчас, в сугубо православном народе, черт, бес, нельзя было произносить. Вот посмотришь какие-то фильмы, наши, особенно американские. Черта, вот этот вот черт, это просто в каждом предложении, так сказать. В каждом предложении. То есть там нет, ну там же есть и День всех святых, когда облачаются этими бесами, да. То есть вообще стерто понимание вот этой страшной черной силы. И это понимание, конечно, у нас в России стерто было посредством всемирного атеизма, воинствующего атеизма. И я еще раз, добрым словом, в кавычках, вспоминаю большевиков и их помощничков, которые вытравливали все религиозное, все понимание Бога и бесов, чертовщины, магии среди людей. Я не помню, кто из старцев видел после революции такое видение. Бесы сидят на заборе и машут ножками. Он говорит, а что вы не работаете? Что вы сидите без дела? А что нам, какие сейчас дела? Чем нам заниматься? У нас за нас помощники все. Кто они? Ну, комсомольцы, коммунисты. За нас все делают. Страшно, когда видишь кадры исторические, документальные, когда взрывают храмы, сбрасывают колокола, или когда самое страшное, снимают иконы с красного угла и выносят и бросают в кучу. Причем выносят не просто комсомольцы, а эти вот женщины, которым 40, 50, 60 лет многим, судя по картинке, и крестьянские женщины. И, конечно, это большевистский атеизм. Сегодня
вытравил в душе, в сознании человека правильное отношение к положительной энергии, к Богу, ко святому, божественному. То, что находится эта энергия в храмах, в таинствах церковных, в молитве церковной, в деяниях и служении священника, и ко всему черному, страшному, и колдовству, к магии, и так далее, заговорам всевозможным. И, конечно, в том числе, насколько много сегодня бесноватых людей, и просто еще больше больных людей, нежели они были до того, как они зашли к колдунам, и к всевозможным знахаркам и экстрасенсам, от того, что очень много людей доверяет этим ведьмам и колдунам. Если бы не было такого количества людей, верующих и идущих к колдунам и ведьмам, конечно, не было бы вот этих сотен тысяч только зарегистрированных этих так называемых целителей. Это часть из них, наверное, большая часть, это просто мошенники, которые хорошие артисты, и они зарабатывают деньги. А другая часть – это те, которые не лечат, а реально губят как тело, так и душу человека. Вот когда, помните, был Чумак, Кашпировский, и люди так вот усердно порой даниевство доказывали некоторые, что у них волосы выросли, которых не было, или там что-то еще произошло. Я с некоторыми беседовал и говорил, ну, хорошо, а вам будет легче, если у вас волосы выросли, а печень отпадет. Дьявол не может творить добро. Он может, да, совершить некое чудо, но он заберет что-то другое. И больше заберет, чем даст. Ну, например, из жизни Маркса известно, что скорее он продал не только свою душу, а душу своих дочерей и одного зятя, в том числе душу, дьяволу, потому что они все покончили жизнь самоубийством. И он рассказывал сказки, об этом его биограф потом написал своим маленьким дочкам, в которых рассказывал такую долгоиграющую сказку, что жил такой один человек, которому нужна была большая сила, творить добрые дела, помогать людям. И вот он приходил к дьяволу и получал от него эту энергию, эту силу. И когда у него сила кончалась, он приходил к нему, и тот велел ему отдать что-то свое самое дорогое, чтобы дать ему силу опять творить добрые дела. То есть какая ложь. Свое дорогое отдать, дочку отдать, да? А, так сказать, свою душу заложить. И якобы творить добрые дела, которых они натворили в мире, марксисты и ленинисты, столько, что, наверное, никакими войнами столько зла не было совершено, сколько ими было совершено в мире. До сих пор продолжается это вакханалия еще в некоторых странах. Вот, собственно говоря, тот простой пример, что происходит с людьми, которых лечат не мошенники, которые просто деньги забирают, а настоящие колдуны. Это ужасно. А насчет того, как влияет на человека, насколько опасно все это колдовство для верующего, православного человека, конечно, для истинно верующего человека, если он ограждает себя крестным знаменем, если он регулярно посещает храм, читает дома молитвы, носит крестик, святую воду употребляет, конечно, им бояться совершенно этого не нужно. Даже уж вот такие примеры невероятные. Из жизни очень много примеров, когда человек крестом, например, там девушка, которую там догонял насильник, осенила, и он просто ослеп на какое-то время, она убежала. Это просто рассказов в народе таких огромное количество. Потом, например, тот же пример, пускай не из христианской истории, из Ветхого Завета, Даниил во рву львов его бросили в Вавилоне. И он среди них жил, и живой вышел, спокойный. А многим мученикам, как львы, медведи, ноги лизали в Колизее. Некоторых растерзали насмерть, а некоторым, чтобы показать силу Христа и христианства, вот такие вот звери совершали удивительные поступки. Вот, собственно говоря, что нужно знать православным.
верить в Бога крепко, снять крестным знамением, безусловно, время от времени исповедоваться, причащаться святых христовых тайн. И, конечно, снять свою пищу, свое жилище крестным знаменем, святой водой и ничего не бояться в этом мире и в будущем мире. Тогда, если будем мы с Богом, то, конечно, Бог будет с нами. И ничего нам при этом не страшно. И не только страшна дьявольская эта сила, но не страшна и физическая смерть. Сколько мучеников, которые отдали свои жизни совершенно с огромной верой в Бога, и я верю, что у них все-таки некая боязнь была, но больше все-таки безбоязненно, надеясь на великую силу Христа, что и совершилось, и силу спасения. Сегодня они именуются мучениками. Для всех православных полезно было бы, особенно тем, которые, может быть, боятся наговоров, колдунов, порчи всевозможной, прочитать житие священномученика Киприана и Иустинии. Он был очень сильным, невероятным магом, даже повелевал большим количеством бесов, и он не смог победить силу Христа, и он стал христианином, и он, и потом Иустина приняли мученическую кончину. История удивительна и подробно описана в их житии. Это нужно прочитать. Сила Христова, сила Святого Житающего Креста да хранит всех нас и этот мир. Аминь.